Добрый день, вы на канале Свет 7, и у нас обзор на светильник SLD06R5. Это светильник от фабрики CityLux. Вы видите сейчас всю серию светильников перед собой. Наш светильник круглый, черного цвета, имеет врезное отверстие 65 мм. Он не влагозащищенный и оснащен светодиодом теплого свечения мощностью 1 Вт. Вот он наш светильник. Вы видите, порошковая покраска, смотрится очень хорошо и лаконично. Диаметр светильника 75 мм. Толщина металла 1 мм и полочка отступает на 5 мм от корпуса светильника. Это у нас поликарбонатный рассеиватель. Вы видите, что светильник оснащен блоком питания токовым. И вот такое у нас монтажное устройство. То есть, когда мы вырезали отверстие в гипсокартоне, мы вот так вот просто на распорках вставляем светильник в гипсокартон. Соглашусь, если вы скажете, что это не очень надежный способ монтажа, но тем не менее, зато светильник недорогой, в пределах 1000 рублей. Если вы решите завести гипсокартон за лапки, то вы потом светильник просто будете выламывать из стены для того, чтобы поменять блок питания, который, ну, в течение 3-5 лет обычно приходит в негодность. Соответственно, если вам нужен светильник, для который нужно будет монтировать в бетонную стену, то вам лучше перейти по ссылке в описании на наш сайт и подобрать себе светильники для монтажа в бетон. Давайте подключим светильник и посмотрим, как он светит. Свечение у нас, напоминаю, 1-ваттное теплое. Подставим, примерно поднимая его на высоту 20. И видим, что на 15-20 сантиметров свечение распространяется наше теплое. Да? Соответственно, нам примерно можно рассчитывать данный светильник поставить на 2 ступени. То есть через ступень, если вы поставите данные светильники, у вас получится, ну, практически равномерное свечение. Ну, в общем-то, наверное, вот и все по данной позиции. Если вам понравился обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Для того, чтобы приобрести эти светильники по специальной цене, переходим по ссылке в описании. И спасибо вам за ваше внимание.